Здравствуйте, еще раз здравствуйте. Опять у меня на мне кофта грязная. Нет, я ничего работать не буду. Мы сейчас едем на рыбалку. Уже вечер. Будем надеяться, что сегодня нам повезет, да? Так что я вам буду все показывать. Опять ночные приключения. Аллы, Саши и Сережи. Трое в лодке, не считая собаки. Собаки у нас нет. Ну ничего, мы что-то придумаем. Бабушка пошла за тетей Ларисой, за цветами. Короче говоря, у нас будет даже лодка. Представляете? Все, сегодня вот такое будет у нас видео. Все, поехали. Ни хвоста, ни чешуи. Что, мы уже на месте. Начался дождь, неприятно. Ну ничего, я думаю, что это так, знаете, скоропостижно. Вечером скажут, что не будет дождя. Ветер оттуда. Так, смотрите, мальчики взяли лодку. Я же вам говорила, что приключение трех, еще собака нужна. Сейчас они собирают. У нас шмоток, вы не представляете, гляньте. Вода от изжоги, вода простая, стулья, кресло. Ну, здесь только у нас снастей. Здесь ребята уже стоят, приехали, рыбачат. Ну, только приехали, я думаю, что. Ни хвоста, ни чешуи им тоже, чтобы они все поймали там. Но они на скутерах подъехали прямо на берег. А мы хотим перебраться на тот берег, на лодочке, так что... Сейчас мы будем путешествовать на лодке. Посмотрите, кто-то, какой-то придурок бросил батареи туда. Видите, он батарейка в воде лежит. Вода такая чистая. И взять, бросить батарею нельзя. Ох и народ. Все, уже дождика нету. Мы, смотрите, в каких бахилах. Я одела бахилы, зимой еле-еле застегиваю. А сейчас, смотрите, гуляю. Говорю, я похудела просто. Нету жватных штанов. Поэтому... Хорошо ножку разрабатывать. Хоп, 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 хоп. Чистенько так. А ты с того воду, что я помыла туда, Сережа? Сережа, в том году вы ж бачили. Ездил рыбачил, а я сидел на берегу. Ничего не рыбачила. А не сколько желудей. Это вообще... Да, там хорошо. Она качает лодку. Если бы не Алла, то все. Качай, стой. А чего? То, что не запхну. Сейчас спускать придется. Вот видите, как я сильно качаю. Вы видите, что творится? Алла взялась за дело, все. Тан-дан-дан-дан-да. Так, какие ножки худенькие, да? Ну что, не влазы? Подспускай ты трошки. Что ж вы не подумали, мальчики? Вот я так сильно качала. Ну, да. Да спустить трошки, ребята. Ну что вы делаете? Сереж, ну подспусти трохи, что ты балуешься. Вот так. Я сейчас накачаю за 2 секунды, не бойся. Еще подспусти. Ну, серый, ну еще прорвете, не дай бог. Все, качать? Накачиваем мышцы правой ноги. Теперь левой. Не, чтобы я не потонула, ну вас в баню. Сережа, мне Сережа скажет. Вот. Сережа, ты наши по железных лодках, а он по резиновых. Боже, не успела испугаться. А сейчас задок качать надо? А, вона по-разному. Так, і вона зараз буде помити насосик. Я зараз його помию. Це просто закривається. Подкачні. Задня часть і передня, видите? Дві дырочки. Хорош? Не получается. Вот видишь, что не хозяин, правильно. Поплыли, меня оставили, буду плакать сильно. Шутка. Сейчас они за мной вернутся. Видите, как быстро. Хотя течение, ветер в эту сторону, нормально поплыли. Просто там более затышно, видите, там нету ветра такого. На той стороне будет лучше. А здесь ветер в харю. Как глубоко лодка сидит, вы видите? Сейчас Алла будет на ней ехать тоже. О, уже и солнце вышло.
Вот немножко вещей осталось нам. Ох, не очень я большой любитель такого экстрима, честно говоря. Ну, а что делать? Попробуем. Лодки, я не могу ни шевельнуться, ничего. Сережа там сзади. Все, мы поехали. Фух. Конечно, там у меня уже ноги деревянные, Сереж. Я что-то ногами держусь. Это не стационарная лодка. Ой, вообще. Я боюсь, чтобы, не дай бог, не перекинуться. Да не-не, рыбы, Сережа, рыбы, пожалуйста. Фух. Просто что мягкое дно. У тебя там же ж не мягкое, там у тебя ж под это, у меня. Я не трус, но я боюсь. Ой, ты так хорошо, там такой ветер, она такая гладь, вообще супер. Боже. Ага. Видите, как Сережа. Сережа как моторный мотор жмурит, а он Санька стоит. Ой, там удобно. Ой, Сережа, подожди, не кай. Фу, меня затошнило, Сережа. Так, все, репортаж прерываю, его нужно в воде, чтобы не оказаться. Так жарко, что мы пораздевались. Вот, смотрите, наша вся одежда. И берег, смотри, какой класс. Тут даже кто-то написал что-то. Лоб. Пробками. Лоб, челок, да. Смотрите, какой бережок. Купаться можно. Хорошо, да, тут? Видите? И сразу яма, наверное, идет, потому что... Чего поплавку не взяла? А вон тоже, смотрите, дерево лежит, непоганое местечко. Ну, далеко, конечно, до воды там. Вот там, может, тоже места есть. Так тебе там прямо видно мужиков, да, Сереж? Так, раскладываемся. То как, а я уже забросила свою снасть. На какое небо красивое, но там что-то такая тучка не очень приятная заходит. Боже, я вот смотрю на это небо, какое оно красивое. Боже, можно картины рисовать? Дождик накрапает маленький, видите, по воде. Но здесь затишно, тут нема ветру. Там ветер страшный. Опа, надо прятаться быстро под дождевик, а то разделись все, и вещи спрятать. Сашина удочка, я просто, он забрасывает, а я уже два карася поймала. Но это не я, моя удочка стоит мертвая. Я уже достала, дивіться, палички. Начався жору, але, бачите? Видите, такие палички. Добрые, сладкие такие вообще. Так что одной рукой палички їм, а головой и глазами дивлюся на удочки. Ну, пока ничего нема. Та, ну то ж твоя удочка карасів тягає. Он, бачите, он плаває. Хорош такий, потужний карасик. А мені карася не надо. Я не хочу твою, эту, як вона називається, густіру, той, тарань. Я хочу карася, він добрий. Какая красота, правда? Но солнце будет садиться там сзади, за леса не видно. Смотри, какие тучи, какая тишина. Солнышко. Вообще супер. Я села на Сашино кресло, нема дурных. Тут можно спать, я вам скажу. Такое удобное креслочко. Вообще красота. А ты посидь на тому, все правильно. Тихо, тихо. Птицы летают. Серега что-то мотает. Сереж, клюнула? Сейчас, Серега. Так и на что ты он перекинул, там чуть мужиков не поубивал. Так, сидим, ждем. Пока весь счет не увеличился. У меня раз только дзынькнуло, и все, и до свидания. И все. Ну, я вам хочу просто показать. Ну, смотрите, красивая такая природа. Ну, где вы такой вот увидите? Сидите в своих городах, правда? И не видите такой красоты. Вот она. Смотрите. Просто песня. Что там, под саку давать? Вот он на красный, да? Вот я тоже красный повысила, у меня дыбнуло, и толку нема. Груши все в белом цвету. Ох, как мне хочется, чтобы вы почувствовали прелесть вот этой природы у себя в больших городах. У кого еще холодно, у кого сильно жарко. Красота. Смотрите, какая он утка плавает.
Ой, не встану. Смотри, какая красивая. С красным мостиком. Прямо выплыла, не боится. Смотрите. Вам видно? Учи, 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 учи. Сереж, ты бачишь, как вот эта качка плавает? Это шипун. Шипун? Да я смотрю, тоже красная голова. А что он тут плавает? Ничего себе. Так, может, мы лучше качку поймаем, чем рыбу? Смотрите, какие тучи, да? Вот так вот, если сидишь, то можно придумывать себе разные фигуры. А там впечатление, там вдали горы или море, да? Красиво. Ну, это интересно. Разделились на раз, два, три, четыре. Какой-то космический корабль. Мы натаскали он веток, вернее, мы, Саша, костер сделаем. Надо было картошки взять, знаешь, как-то в пионерлагере. Сидим, ждем. Главный рыбак сидит. Можно все зеньки проглядеть. А оно не клюет и не клюет. Он там два карася плавает и плавает. Та утка оказалась шипуном. Тут просто рядом деревня где-то, видно, или с дачу бежала, и тут живет, плавает себе. Проплывет, ну поймать ее невозможно практически, не знаю чем. Селок надо, мы уже хлеб бросали, но не хочет. Да, как всегда. А вот смотрите, какое тут расщелье. Видите, костер тут делали. Клево, да? Лодка наша, он стоит, плывет по берегу. Тут, конечно, ходы, ходы, такие дорожек тьма. Смотрите, какой мох на дереве, да? Сколько ему лет этому дереву? А мокренький мошок. Упала, смотрите, откололась, а еще зеленая все равно. Зеленые веточки. Обалдеть. Тут кто-то костер полил тоже. Не один. Идемте к Сереже сходим, посмотрим, что он там. Дяка, багно тут. Ну да, в бахилах не страшно, чтобы змей за ногу не ухватил. О, так Сереге тут тоже костер. Это ты сделал или было? Было? А что ты смотал удочку? Это не надо. О, видите, тут людей, мама, не горюй. И Сережка тут, вот и тут можно стоять. Тут мест много. Ну, идемте посмотрим. Ага. Тоже неплохое место. Но тут никто не сидел. Видите, старый, старый, старый костер. И он пошла опять туда дорожка. Но здесь сильно круто. До воды не достанешь. Видите, так пошел, и потом пошел, пошел туда, пошла речка. Зато здесь так тихо. Нету ветра с этой стороны. Классно, да? Ну тут деревья старые, старые. А вот смотри, какая груша. Видите? А видно? Дычка. И такое толстое дерево. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот это мох, так мох. Смотрите. Видите, с этой стороны нету. А с какой стороны мох? С южной или с какой? Вот вам, пожалуйста, как в школе мы. Я же не помню, честно. Ой, он такой мягенький. Такой мягусенький. Как велюровый. Смотрите. Видите? Так, пошли. Дальше ждать. Сереге тоже стуло такое моднявское. Ой, в этих бахилах можно так грохануться. О, тут у Сережи более такой пологий спуск. Видите, лучше. Ой, ты смотри, какая рыбка у Сереги там плавает. Ага. Ну, я вам скажу, это так кажется, что здесь можно купаться. Вот сейчас вы, ой, увидите, тут такая муляка, что вообще просто, ну, сейчас, а может там, вот там, где мы, вот смотри. Не, ну, видите, как ты будешь тут купаться? Не, ну, можно быстро зайти, как я захожу, быстро ныряю. О, вода холодная.
Ой, у меня, наверное, бахилка что-то стечет. Ой-ой-ой, что-то я не поняла. Как-то вода подлилась туда. От чего? Или это просто холодная? А, зашла. Зачем в воду тут заходила? Опача! Черви, видите, сколько он в банке. Снасти Серегины всякие. Так, ладно, пойдемте. Мы пособирали все бутылки вот тут в этой округе. Подожгли костер, смотрите. Прели. Сейчас он прогорит и будет тепленько возле костра. Саня, он, дивись, какие-то мокрые эти подоставал. Правильно, пусть горит, конечно. И почистили эту территорию, и тепленько будет хорошо. Ну, это не холодно, ну. Ой, вам еще так хорошо видно, вот так светло. На самом деле уже темноватенько. Как-то камера снимает странно. Когда светло, то камера темно. Когда темно, камера показывает светло. Серега, Серега прийти, комаров будет гонять. Боже, я последний раз у костра сидела, еще, наверное, в пионерском лагере. Боже мой, как это было давно. Сейчас бы картошечка. А у нас есть сало, Сань. Мы оденем ее на палочки и можем пожарить сало. Зефир можно. А их я палочки все сожрала. Жалко. Видите, какое вы удовольствие сегодня со мной вместе получили. Вот, пожалуйста, на рыбалке, да у костра. Да сейчас чайку попьем. Супер. Не подумала я чего-то взять шампура и найти шампура, надеть сало, да? Было бы клево. Тишина, гладь полная. Саша, как юный пожарник, посмотри, все собирает. Все. Но оно сейчас сухое разгорится, а мокрое потом будет просто тлеть и все. Зато бутылки все поспаливаются. Да хватит, Саня, ты иначе тут всю ночь собираешься сидеть. Ого. Ага, мы тут все, бачите, бутылки. Еле распалили. Бумажок же ж не было. Одну палку. Одна палка спасет, да. Видите, сейчас оно искры как летят. На улице уже ночь. Сережа там фонаричком светит. И вот Саша перенизывает здесь. Костер уже такой, знаете, вот прогорает. Ничего уже не видно. Темень. Караул. Меня видно? Да нет, конечно. Не зря говорят, что лучше вот вечно можно наблюдать за тем, как течет вода, как горит огонь, как кто-то другой работает. Это правда. Красиво. Санька жарит сало. Ну, к костру не подойдешь. Это он такой он тут распалил. Видишь, какой жар. Картоплю надо туда кидать. А ты хлебушек не одел? Вот хлебушек было бы классно, гренка. Что, не жарится? Да там такой жар, что можно свиню жарить. Ух ты, який ти шомпур сделал модний. Прямо тече, да? О, Сереж, давай чорний кусок хліба. А ну покажи, покажи. Покажи, яке сало. О, дивіться, яке сальце. Ой, шкварчить, ви бачите? Пахне. Ну, і хліб чорний піджар мені. Ух ти, романтика. Романтика з большої дороги. Ти куди пішов за хлібом? На цей шампур одень дальше, Сань. И чтоб сало скапывало на шампур. Да, оно же маснейшее будет. Конечно. Ну, а то у меня уже сало остыло. Сейчас уголем. Давай. Ты мне такое черное не роби. Мне, пожалуйста, не на огне, а на углях. Приготовьте гренку и сало.
Мои дорогие, ночная рыбалка, как говорится, не удалась. Но зато мы так шикарно посидели у костра. У меня даже, смотрите, какая рука, видите, красноватая. Так тепло видно было, что загорела рука. Сегодня день обещает быть прекрасным. Ни одной тучки, смотрите. Сейчас начало 9-го, солнце светит, вообще красота. Но ночью и утром холодно, я вам скажу, очень холодно. Даже немножко, знаете, как-то, как кашлючок у меня начинается, дай бог, чтобы это все прошло. Не знаю, сейчас я позвоню, собираюсь поехать в ресторан меню, за меню на выпускной вечер. А там посмотрим, сегодня начинается же там делать заготовку. Если бы чуть-чуть раньше приехали, карасей бы, может, наловили. Может, часиком к двум поедем, там до 5 вечера посидим. Ну, уже же, понимаешь, тут нужно успеть. Но будет тепло, будет рыба. Ну, мы не голодны на рыбу, просто ради того, что, честно, вот так вот отдохнули вчера. Вот так, сало жарили, хлеб жарили. Ну, шикарно, просто шикарно. Еще хлопцы забыли в дупле, там дождь начался, я положила светильник. Мы лодку сдули, поехали, так они там пешком еще шмаляли за тем светильниками, за моей шапкой. Просто забыли. Ночью еще никогда так не собиралась я. Так что, мои дорогие, я думаю, вам видео это понравилось. Отдыхайте вместе со мной, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами будем везде, где не бывают нормальные женщины. Все, люблю вас, пока!